Привет, Мойша. Шалом. Сейчас все обязательно скажу. Секунда, и мы начинаем. Добрый вечер. Брат Дмитрий, приветствую вас. Во-первых, я прошу прощения за то, что прошлый урок не было отметки, что его не будет. Привет, Германия. Спасибо большое всем вам. Мы болели. Сейчас с Божьей помощью я уже в силах давать новый урок. И я очень рада. Привет, Ирина. Мы сегодня зажигаем 5 ханукальных свечей. Слава Богу, 5-й день. Написано, что это самая важная, самая особенная свечка Хануки. Почему? Потому что эта 5-я свечка никогда не выпадает на шаббат. А значит, она имеет в себе самую большую темноту. И именно в этот день, в 5-ю свечу, я молчу. Вам меня слышно? Давно я не спрашивала этот вопрос. Как вам меня слышно? Слышите? Сарочка, привет! Спасибо, что присоединилась. Скажите, пожалуйста. Да, слышно. Все, значит, только у нас Дмитрию не слышно. И с Божьей помощью сегодня мы с вами научимся разгонять эту тьму. И тема нашей сегодняшней... Спасибо большое, милая. Тема нашего сегодняшнего урока – антибиотик или пробиотик. Тема актуальная в такие дни, когда мы болеем. Дай Бог вам никому не болеть. Привет, Беларусь. Я сама родом из Беларуси. Так что мне очень близко ваше местоположение. Сейчас, секунду. Хотела, чтобы было красиво в кадре, но в конце это красиво, но неудобно. Супер. Итак, мы с вами, я очень хочу с вами вместе выучить актуальные темы, которые мы можем взять с вами из праздника Ханука. И, как обычно, это не история, которую мы учим, а актуальные темы, которые помогут нам в нашей настоящей жизни поменять свое видение ситуации. С Божьей помощью, с каждым уроком мы будем с вами становиться все лучше и лучше. Прям такой психологический сеанс в рамках нашей Торы. Одного еврея приговорили к смерти и сказали, что у него есть возможность сказать последнее желание. И он сказал: «Я готов сейчас пойти на смерть, только если вы сожжете мое тело и потом мой прах распылите над могилой Сталина». Нахал, мы не можем это сделать, Сталин жив. Он говорит: ничего страшного, я еще немножко подожду. Вообще у евреев нету терпения, нету савланута, вы это знаете. Первое слово, которое Оле Хадаш учит в Израиле, это савланут, рега, терпение, потому что здесь его нету. Еще не успевает зажечься зеленый свет светофора, уже сзади вы слышите, как сигналят вам машину. Ну вот, еще не завел газ, уже через секунду будет зеленый. Нет терпения. И точно так же наша Тора показывает нам, что очень официально у нас нет этого терпения. Мы все наши заповеди делаем очень быстро, очень четко. У нас нет с вами времени раскачаться, у нас нет с вами времени заработать деньги на дополнительную заповедь.
мы не можем прийти к Суккоту и сказать, дорого, конечно, 4 вида растений взять, давай сегодняшний день я возьму этрог, а дальше докоплю лулав и все остальное. Или остальные заповеди мы тоже не можем их разделить, сказать, ну, в первый день я не буду кушать мацу, вот к 8-му дню Песха, к 7-му я как раз на мацу насобираю денег. Нет. Наша Тора совершенно не терпит никаких отложений заповедей. Девочка, как только ей исполняется бат-мицва, она должна начать исполнять заповеди и быть за них ответственным, как цадик, который живет в Бней-Браке, и ему 120 лет. Девочка и мальчик, как только достигают совершеннолетия, они прыгают в омут с головой, нету раскачки, нету такого, что ну давай подготовимся медленно, сначала одной ножкой воды, потом другой. Тора не терпит отлагательств. Есть у тебя деньги, нет у вас денег, пожалуйста, вы обязаны соблюдать эти заповеди. Купи этрог за 2 шекеля, купи этрог за 100 шекелей, но ты все 4 вида растений должен собрать вместе воедино в первый день Суккота. Какой же праздник у нас выходит из рамок всего вышесказанного? А одна заповедь, один праздник, который мы празднуем сейчас, это праздник Ханука. Почему-то именно для этого дня Всевышний нам дал возможность раскачки, прокачки, ожидания, подготовки себя очень медленно, очень настойчиво. С первого дня мы зажигаем одну свечу и дальше по медленно каждый день добавляем по свече и по свету в нашу жизнь. Но вы знаете, что я уверена, что у вас уже были уроки по Хануке, что не все с этим согласны. Есть такие мнения, которые говорят, что надо сначала зажечь 8 свечей, а потом понижаться до одной свечи. Есть те, которые говорят, что надо зажигать одну свечу, но все 8 дней, или 8 свечей все 8 дней. Но несмотря на это, Аллаха постановлена как дом Илеля. Илель говорил, что в первый день мы зажигаем одну свечу, и дальше до 8-го дня мы продвигаемся, пока вся ханукия не зажжена, и в конце Торы мы читаем «Зот Ханука». И это Ханука, и именно когда мы нежно и плавно подошли к 8-му дню Хануки, и весь светильник горит, только тогда написано «Зота Ханука». Это настоящая Ханука, это то, чего мы добивались всю неделю. Как подготовить себя морально и понять, чего же все-таки мы добивались всю эту неделю, и какой свет мы должны были прочувствовать этой заповедью. Извините, еще не до конца прошла грипп. Бонжур. Правильно, мы сегодня с вами будем говорить про спор двух школ, Бейт Шамая и Бейт Илеля. Мы еще долго будем об этом с вами тереть сегодня. Итак, самое известное зажигание Ханукии в Америке было, когда зажигали в 1979 году Ханукию в Белом доме. Это был первый раз, когда на официальном уровне зажигали Ханукию. Возле Белого дома поставили такую вот железную коробку, в ней была Ханукия, и попросили Джима Картера зажечь ханукальный светильник. У него был очень сложный переломный момент, в конце его карьера была после этих всех политических нюансов закончена, и ему было очень важно выйти и немножко внести новое что-то в свою жизнь, в жизнь страны, и поэтому он согласился зажечь ханукальный светильник. И по традиции, естественно, Джим Картер ему дали зажечь шамаш, потому что он был не евреем. Добрый вечер. И как его звали? Шалех. Извините, я забыла, как его звали. Не помню. Шалех зажег 5 свечей, так же, как горит у нас сейчас. И он дал знак хору. Все запели Маус Цур, все наши ханукальные песни. А Джим Картер стоял в шоке и сказал, стоп, пожалуйста, вы не продолжаете. Вы что, не заметили, что горит большая половина светильник? Не горят у нас 3 свечи. Как такое может быть? Он увидел в этом плохой знак. Он сказал, что обязательно надо зажечь все свечи до конца. Как такое может быть, что вы не удостоили меня чести, чтобы при мне был зажжен весь светильник? Полуработу какую-то сделали.
В конце урока, с Божьей помощью, я вам расскажу, как тогда поступил Шалиах Раби, сколько свечей было зажжено и какую реакцию на это дал Раби. Мне кажется, что только на основании одного этого урока у нас можно было вынести огромную-огромную информацию для нашей жизни. Но мы продолжаем и говорим, что Джим Картер задал невероятный вопрос. Как такое может быть, что мы не зажигаем все свечи вместе? Как может быть, что мы даем нашей заповеди протекать так медленно? Ведь у нас сказано, что любую заповедь надо делать как можно быстрее. В религиозных районах мы знаем, что обрезание малыша делается вот в 7 утра, когда есть миньян утренней молитвы, тогда же и делается обрезание малыша. Это в Галуте, когда хотят больше людей удостоить такой заповеди, делают вечернее время после работы, когда всем удобно, но это необычный пример. Все заповеди мы должны делать, как только пришло это время. О, время, зажигаем свечи, одеваем тфилин, у нас на все есть свое время. А тут времени как будто бы и нету, как будто бы у нас на эту заповедь кайфани, расслабься, take your time. Возьми 8 дней для того, чтобы сделать эту заповедь, хотя она совсем не сложная. Для чего нам дано это время? Опять же, хочу усилить наш вопрос. Итак, мы уже говорили, что у нас есть два основных мнения. Бейт Шамай утверждал, что надо сначала зажигать 8 свечей, и потом с каждым днем уменьшать, и в конце 8-го дня зажечь одну свечу. Бейт Илель, по мнению которого мы идем, сказал, что надо зажигать одну свечу и дальше продолжаться до 8. И я вам скажу, что оба эти мнения очень-очень странные. И есть, знаете, когда говорят два мнения, и в этом есть рациональное зерно, и в этом. Здесь два мнения, которые на первый взгляд нам кажутся совершенно глупыми. Ханука зажигать свечи супер удобно. Согласна, Сарочка. Удобно и красиво, и мне кажется, что ханукия, зажженная на все 8 свечей, все 8 дней, как бы была намного более полноценна, что ли. И мы должны с вами понять точно, что говорят нам незажженные свечи хануки. Итак, то, что говорит Бейт Шамай, это очень странно, потому что у нас есть закон с вами, что мы не имеем права понижать святости. То есть, если вы в какой-то момент зажигали свечи шаббата 3 свечки, то вы не имеете права через 3 раза взять, зажечь 2 свечки. В микву окунаться, например. Многие женщины, когда только начинают окунаться в микву, у них столько рвения, столько энтузиазма, и они окунаются по 15 раз, по 17 раз, вспоминая всех праведников, все какие-то возможные и невозможные сгулот, не понимая, что когда женщина будет исполнять эту заповедь с Божьей помощью в 50 лет, она не сможет сказать, сейчас мне сложно окунаться, и я возьму-ка на себя 2 раза. Нет, никогда мы не имеем права понижаться в заповеди. Только выше и выше и выше. И у нас есть отличный пример этому, когда в храм заносили хлеб для возношения его, ложили на стол серебряный. Когда этот хлеб убирали, чтобы вместо него положить новую буханку, этот хлеб возлагали на золотой стол. Почему? Потому что нельзя после серебряного стола положить в пакетик и оставить в сторонке. Всегда мы должны увеличиваться, увеличиваться и расти. И как только мы понижаем заповеди, для нас это даже считается каким-то отступлением от нормы. Так что же от нас хочет Бейт Шамай, чтобы мы зажигали сначала... Как вас зовут? Скажите, что такое ханука? Дмитрий, приятно познакомиться. Меня зовут Адина. И ханука – это праздник, который мы празднуем сейчас. Все 8 дней. Сейчас у нас зажжено 5 свечей. Значит, у нас 5-й день хануки. И как раз мы с вами вместе стараемся разобраться, что же такое ханука и какой скрытый смысл заложен в этом празднике. Если вы побудете с нами до конца, очень надеюсь, что вам будет тоже полезно. Итак, секунду, немножко отошла. Смотрите, это самый странный праздник из всех 3 праздников, которые мы празднуем победу над врагом. У нас есть 3 такие праздника. Первый – это Песах, когда мы вышли от
рабство фараона. Второе – это Пурим, когда нас хотели истребить как народ, и мы тоже победили. И третье – избавление – это Ханука. Но она очень отличается от тех двух праздников. Чем? В Песах и в Пурим у нас какие есть два обычая? Мы кушаем трапезу и читаем какую-то книгу, которая рассказывает нам про те времена и раскрывает нам заново невероятные чудеса, которые Всевышний нам сделал для того, чтобы мы победили врага. В Хануку у нас нету с вами заповеди кушать и нету с вами заповеди читать. Хотя, несомненно, у нас с вами есть что кушать и что читать. И не важно, что одна сувганья, пончик у нас по калориям столько же, сколько настоящая трапеза в Песах. Но у нас могло быть застолье в этот день, и у нас могло быть чтение Могила Антиоха. Могила Антиоха рассказывает именно о тех временах, о той войне, в которой было невероятно много чудес. Почему мы о них не вспоминаем? Вы знаете, что война длилась 3 года и 8 месяцев, и каждый день там случались чудеса. Если мы немножечко с вами отойдем и посмотрим в историю, этот праздник, события этого праздника произошли примерно 2200 лет назад. И Антиох IV видел, как быстро падали до него главы государств. И он решил изменить полностью тактику для того, чтобы его не сместили с должности, он решил полностью изменить систему правления. Такой себе коммунизм решил сделать. Он правил огромной территорией, он решил, что для того, чтобы объединить всех этих людей, не было поводов для войн, он сделает одну религию, один язык. Он собрал всех, всех мэров городов и сказал: вы все должны верить в одного Бога, говорить на одном языке. Спасибо. И быть единым целым, в этом будет наша сила, и тогда никто нас не победит и, соответственно, его не свергнет. Это был первый правитель, который совершенно не боролся с нашим физическим истреблением. Это не был фараон, который сказал, что всех мальчиков надо утопить в Ниле. Это не был Аман, который сказал, что истребить, уничтожить и стереть с лица земли всех потомков Мордыхая. Нет, Антиох IV сказал: живите, кайфуйте. Он очень много денег вложил в Иерусалим. Правда, тогда Иерусалим он назвал в свою честь Антиохия, но в Иерусалиме были построены, как это называется, стадионы, были построены гимназии. Он вкладывал в Иерусалим огромное количество денег. И он говорил: евреи, вы невероятный народ, давайте, вы можете учить свою Тору, но знаете, что это исторические сказки, с таким же успехом вы можете учить все остальные книги наших мудрецов. Вы должны быть такими же, как и мы. И здесь очень странно, что в такие спокойные времена наш народ собрался силами и сказал: эта свобода нам не нужна. Это спокойствие для нас не спокойствие. Ты не хочешь нас убивать, ты даешь нам возможность жить, ты даешь нам возможность учиться, но ты не даешь возможность соблюдать Тору, мы пойдем войной. И не важно, что нас мало. Этот праздник показывает нам, что нету никакого разделения между телом и душой. Нету такого, что еврей: я верю в Бога, но заповеди не соблюдаю. Не бывает такого. Еврей — это тот человек, который взял свое тело, взял свою душу и сделал из него единую личность, которая служит Всевышнему в этом мире. И собрался наш малочисленный народ и сказал: мы выступим против тебя войной. И у них была интересная тактика. Они нападали с разных сторон, неожиданно. Они в конце без оружия, без количественного превосходства, почти за 4 года постоянных чудес, сделали так, что все греки убежали и оставили нас в покое. И почему мы этот праздник не возносим 4 года чуда? Почему мы не читаем нашим детям историю невероятной войны, невероятных чудес? Как можно пойти женщина со скалкой против 100 человек с доспехами, оружием? Вы понимаете, насколько это была божественная, крутая, чудесная война, и о которой мы сейчас не читаем? А что мы с вами делаем?
мы с вами зажигаем свечи, мы с вами жарим пончики в масле, мы с вами жарим латки, мы с вами делаем непонятно какие-то процедуры, вознося чудо, которое было всего 8 дней. Я говорю «всего», потому что относительно войны, которая длилась почти 4 года, это всего. И мы не говорим с вами про войну, мы возносим с вами чудо свечей. Как это было, когда враг бежал в 24 числа? 25-е Кавга и Ханука – это время, когда они уже отдыхали от войны. Они поднялись в Иерусалим, и они увидели, что храм полностью разрушен. Не разрушен, а внутри был бардак. Они вынесли с собой все инструменты, которыми мы делали жертвоприношения. Храм был опустошен, и они решили, что первое, что они должны сделать, зажечь менору, которая была в храме. К сожалению, меноры тоже не было, и поэтому они быстро соорудили из железа семисвечник, который был тогда в храме, и начали искать масло. Они нашли один сосуд с маслом. И тогда подумайте, вы стоите, у вас должно масло гореть 8 дней, соответственно, у вас должно быть 8 баночек с маслом, потому что надо было идти в ТКО, а там только делалось масло, плюс вернуться. Да. Как они поступили? У них было два выхода, два мнения, и я не знаю, как они на самом деле поступили, но одно из этих мнений точно верное. Они взяли 1/8 масла, которое было у них в сосуде, и разлили на 8 колбочек. С учетом и с мыслью, что это масло будет гореть все 8 дней, не целую ночь, не кошерно, не так, как надо, но что, оно будет гореть все 8 дней. Или второе мнение приводят наши мудрецы, что они налили с одной баночки во все 8 свечей и сказали, она прогорит кошерно один день, а остальное пусть Всевышний нас простит, у нас нету возможностей. Неважно, как они сделали. На утро они встали и увидели, что 1/8 масла сгорело, а остальное масло осталось. Ох, извините, пожалуйста. Секунду. Я хочу рассказать вам небольшую хасидскую историю, которая, естественно, произошла на самом деле. Я обязательно вернусь к этой теме, которой мы остановились. Мне очень хочется с помощью хасидской истории дать ударение на тот ответ, который я хочу вам дать. Был такой Рав Берл Гуревич. Они с женой хотели бежать во время войны из России в Польшу. И они договорились, что они купили билет, они купили документы, сделали себе не настоящие польские документы. И эти документы им должны были передать возле поезда перед их отправлением. И когда они пришли на вокзал, и поезд уже был совсем близко, секунду. Этот человек принес документы, и они увидели, что документы есть только у жены, а он должен остаться там. И это значит, что непонятно, когда они увидятся, и увидятся ли вообще. И оставалось 2 минуты до отправления поезда, и он понимал, что он должен дать своей молодой жене гет, разводное письмо, потому что если с ним что-то случится, она останется одна, вдовой, которая не сможет заново выйти замуж. Но они не успели это сделать, она уехала на поезде, а он остался. Его поместили в лагерь, и это была не Сибирь, там были нормальные, как он говорит, условия. Чем он там занимался, он рассказывает, что он делал кожаные кошельки на продажу для государства. И вот он неделю работает, и через, когда наступает шаббат, он перестает работать. Он не мог себе позволить нажать на педаль швейной машинки. Он понимал, что его сейчас пошлют в Сибирь, что у него не будет возможности соблюдать праздники, что у него не будет возможности утром накладывать тфилин. Там ему хватало и еды, и уважения. Что будет дальше, непонятно. Он очень красиво в своей книге рассказывает свои мысли. Одни эти мысли очень, мне кажется,
приближают к вере. Но он сказал, у Всевышнего на меня свои планы, и я не буду ему помогать, а тем более чем нарушением шаббата я точно не помогу Всевышнему сделать для меня как можно лучше. И он всем сказал, я в шаббат не работаю. И его вызывают к начальству и говорят, ты же понимаешь, что мы тебя должны сослать в Сибирь, и там ты оттуда не вернешься и никогда не увидишь свою жену. Он сказал, извините, я не могу предать своего Всевышнего, я буду соблюдать шаббат до конца жизни, даже если этот конец жизни наступит сейчас. И тогда самый главный в этом лагере сказал, знаешь, что у меня есть для тебя отличное предложение. Я сейчас ставлю тебя на должность охранника на склад. Как? А ссылка, а Сибирь, а условия, а смерть? В чем смысл вашего решения? И он ему сказал, ты знаешь, до сих пор все, кто охранял склад, это были те люди, которые сами же и воровали, и потом посылали эти кошельки на черный рынок. Ты человек, который готов рискнуть жизнью и отдать свою жизнь ради воли Всевышнего. Ты никогда в жизни не возьмешь чужого. И поэтому с тобой в должности я буду уверен, что кошельки будут на месте. Антиох не хотел уничтожить нас как народ. Он давал нам волю, он давал нам свободу. Он говорил, пожалуйста, будь здесь, только нарушай шаббат. Ну ешь ты нашу еду, чем твоя еда лучше нашей. Вы знаете, что кока-кола, она кошерная. Так что, значит, кошерная это не всегда полезная. А вот у нас мы настолько следим за телом, за здоровьем и за красотой внешнего вида, что у нас нету таких неполезных вещей. Попробуйте, это почти как кашрут. И несмотря на эту свободу мнимую, мы встали и сказали, мы к этому не готовы, и мы будем воевать. Вернемся с вами к началу нашей истории, когда мы с вами говорили, почему зажигают 8 свечей, потом одну или одну, и потом 8. Ведь вы вот с Ицхаком Петусевичем учили Пиркей Авот, и задается интересный вопрос, как такое может быть, что праведники... Приводится какое-то одно предложение, о котором они говорили. Вот представляете, невероятный праведник живет всю жизнь, пишет книги, его комментарии во всем Талмуде. А Пиркей Авот берет и выдвигает только одно предложение и говорит, вот это предложение он и говорил, вот это и запомните. Хотя он до этого написал миллионы разных книг. Почему? Потому что в Пиркей Авот написаны именно те предложения, которые олицетворяют поведение человека каждодневное. Ведь мы с вами, каждый из вас, можем написать книгу по психологии, по кулинарии, не знаю, любые темы. Мы нашей подруге можем советовать такие советы. Казалось бы, к психологу не ходи. Но как только что-то случается с нами, мы забываем о всех этих правилах, которые мы говорили. Все к лучшему, не переживай. Или какие-то... Это все легко говорить другому человеку. Когда с нами происходит эта ситуация, тогда мы теряемся. Так вот, это то, чем жили наши мудрецы. Такое вот правило, олицетворяющее их жизнь. Так вот, значит, что то, как они нас учили зажигать свечи, это не просто... А, ты сказал от 1 к 8? Ну, если мы с тобой постоянно спорим, я скажу от 8 к 1. Неважно, какая там вообще цель, и это мне главное с тобой поспорить. Нет. Особая вещь заключалась в их восприятии мира, и что они нам хотели сказать своим примером. Секунду. У нас есть два пути, которыми мы смотрим на жизнь. Два типа человека, или каждому человеку присущи такие две дороги, как он смотрит. Оптимист и пессимист. Как эти два человека смотрят на мир, и как мы можем смотреть через эти очки на наш вопрос. Первый человек, оптимист, он что говорит? Изо дня в день чудо становилось сильнее. Что значит сильнее? Когда чудо произошло один день. О, свечка горит и не сгорает? Об этом знали кто? Только люди, находившиеся в храме. На следующий день это чудо произошло еще раз.
И тогда они уже начали говорить это в Иерусалим, и все начали передавать, и уже это пошло в WhatsApp-группы, и уже в Фейсбуке об этом пишут, и уже CNN об этом говорит. Чудо с каждым днем выходило за рамки природы и становилось все больше и больше. Так смотрит оптимист, так смотрит Элели, говорит, что надо зажигать от 1 к 8, увеличивая наше восприятие чуда. Что говорит Бейт Шамай, как пессимист? Он говорит, чудо с каждым днем становилось все меньше и меньше. Потому что если вначале у нас был потенциал чуда, которого должно было хватить на еще 7 дней, на следующий день масла осталось меньше. Какой потенциал чуда? 6 дней. Потом 5 дней. На 8-й день потенциала чуда не осталось. Там уже осталось масло столько, сколько должно было прогореть целый день. Очень хороший пример. Мне кажется... Ой, извините. Нам всем станет понятнее. Представьте, что мужчина выиграл в лотерею, и у него $1 000 000. И он говорит, жена, идем с тобой на шопинг. В первый день... Они идут в Икею и покупают всю новую мебель. Во второй день они идут и покупают новую одежду. В третий день они идут и покупают бытовую технику. Женщина, выходя из магазина, с каждым днем украшая свою жизнь, дом и быт, становится, правильно, счастливее, счастливее, счастливее. Что становится с мужчиной? А у мужчины, наоборот, с каждым походом в магазин денег становится все меньше, 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 меньше. Это наше восприятие чуда. Раби написал очень интересную сиху, и в ней он раскрывает один вот такой вот взгляд на эту тему. Скажу вам только вкратце, что это два взгляда: человек на чудо и Всевышний на чудо. Со стороны человека чудо становилось все больше и больше и больше с каждым днем, а со стороны Всевышнего то, что он нам давал, чудо становилось меньше и меньше и меньше, потому что с каждым днем это чудо уменьшалось в количественном соотношении. В чем глубинный смысл двух подходов дома Илеля и дома Шамая? Ой, извините. Была такая женщина, которую зовут Бруния Шейфер. У нее это была очень уважаемая семья, у нее был муж Гдалья Шейфер, и он был лектором. И вот один раз, нечаянно так получилось, секретарь перепутал, и две лекции были назначены на одно и то же время. Он взмолился и сказал, Бруния, пожалуйста, пойди проведи лекцию вместо меня, я не могу быть на двух лекциях в разных городах вместе, у тебя все получится. Ну как, я не знаю, у меня нет знаний, которые есть у тебя, у меня нету темы, я не готовилась. У тебя все получится. И вот это вот все получится сделала для Бруни настоящую карьеру. Она провела эту лекцию, у нее получилось, было много восторженных отзывов, и она продолжила проводить эти лекции даже тогда, когда ее мужа не стало. У них было, по-моему, 4 дочки, чтобы они были живы-здоровы. И, естественно, каждый раз, когда Бруния ездила по разным городам, давая свои лекции, как любая мама, она переживала, правильно ли она расставляет приоритеты в своей жизни. Правильно ли, что она берет эти свечи, свое знание, свою веру, свой потенциал и дает всем вокруг, кроме своего дома. Правильно ли, что она воспитывает... Окей, Дмитрий, вы имеете право на свое мнение. Сколько бы она ни ездила... Правильно ли, что ее детей воспитывает няня? И один раз она получила ответ на свой вопрос. Я думаю, что каждая из нас, которая занимается бизнесом, какой-то работой, которая требует вложения очень больших сил и времени, задается этим вопросом, правильно ли я делаю. И вот позвонил как-то Бруни, секретарь Рэбе, и сказал, придите, у нас есть письмо, адресованное вам. И на самом деле это было письмо, написанное одним человеком для Рэбе. Он писал. Это письмо приведено на английском языке, но краткий смысл такой. Здравствуйте, я не являюсь вашим хасидом и не являюсь даже евреем. У меня есть жена, еврейка, и она всю... И мы с ней 20 лет назад пережили очень сложный период, когда мы чуть было не развелись, мы поняли, что у нас есть спад, и нам надо где-то искать духовные и моральные силы для того, чтобы его пережить. И вот мы решили искать эти духовные силы, сначала в синагоге. Мы пошли с женой в синагогу,
послушали там лекцию, нам не очень понравился раввин, и мы решили на следующую неделю, что мы пойдем уже в церковь, к моему пастору, может быть, спасибо большое, может быть, там мы найдем тот свет, который мы ищем. И вот посреди этой недели она видит рекламу, что приехала в город какая-то лектор, Бруния Шейфер, которая будет говорить про шлом байт, про мир в семье и как его восстановить. Она решила, ничего уже не будет, она пойдет на эту лекцию. После лекции она подошла к Бруни и сказала: «Послушайте, я в воскресенье иду в церковь, и я буду креститься». Бруни это не удивило. Она сказала: «Послушай меня, пока у тебя есть до понедельника возможность, я тебе даю эти две свечки и два подсвечника. Зажигай шабатные свечи. Кем бы ты ни была, твоя душа нуждается в подпитке. Зажигай свечи. Ты можешь почитать, вот тебе брошюра, к чему эти свечи, что они приносят в наш дом, что дает женщине зажигание свечей. Стоит ли говорить, — сказал этот муж в письме для Рэбе, — что моя жена зажигала эти свечи до конца своих дней. У нас появились не только свечи, у нас появилась мезуза, которую Бруния Шейфер привезла на следующую свою лекцию. У нас дом заполнился еврейскими традициями, и мне, как человеку неверующему, было неважно, какой вере принадлежит моя жена, я ее поддерживал, потому что видел, как это наполняет ее и, соответственно, вносит свет в наш дом. И вот моя жена не стала. Я хотела ее похоронить на кладбище, которое мы с ней вместе купили, чтобы мы были похоронены рядышком. Я хотел было звонить уже похоронную комиссию вот эту, но я увидел подсвечники, я увидел мезузу, и я понял, что эта женщина не хотела бы быть похороненной, как не еврейка. Я позвонил раввину, он ее похоронил. И теперь наши пути разошлись, и я больше никогда не буду с ней вместе. Единственное, что у меня осталось, это две вещи, которые мне не нужны, но я знаю, что Бурунию мне не найти, но она принадлежала к течению Хабада. Я хочу вам вернуть это подсвечник и эту мезузу. Бруния, когда прочитала это письмо, она заплакала и поняла, что она получила ответ на свой вопрос. Мы никогда не знаем, какое наше действие зажжет другого человека. Мы никогда не знаем, что произойдет, как этот урок повлияет на вас, как ваше доброе слово и улыбка повлияют на другого человека. Все мы здесь собравшиеся когда-то вернулись к вере. И я уверена, что каждый из нас может сказать, какой именно фактор, какая именно вещь была для вас искрой, которая зажгла огонь иудаизма, что именно сейчас вечером, когда вы можете гулять, когда вы можете заниматься своими делами, вы сидите и учите со мной Тору. У каждого эта искра есть. И в этом заключается сущность нашего подхода к жизни, два подхода Бейт Шамая и Бейт Илеля. Бейт Шамай говорит, мы должны зажечь все 8 свечей, потому что с грязью, с нашими плохими желаниями, с нашими злыми началами мы должны бороться с огромными силами. Если кто-то из вас бросал когда-то курить, вы, наверное, знаете, что в первый день у нас, у человека ломка, хочется взять сигарету, я не знаю, удалите Facebook с телефона и почувствуйте, как вы хотите взять телефон и опять зайти куда-то, полистать страницу, чем-то занять себя. Во второй день легче, в третий еще легче. Бейт Шамай говорит, вы должны скоординировать все свои силы, чтобы бороться со злом. И потом уменьшать, 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 потому что зависимость становится все меньше. Бейт Илель говорит, ни в коем случае этот подход к жизни, он убийственный. Невозможно постоянно со всеми силами бороться и быть в войне. Как только вы подходите к грязи, вы пачкаетесь. И это очень надо быть сильным человеком, чтобы находиться постоянно с идолопоклонниками и не зажечься этим, и не узнать что-то новое, и не заинтересоваться, или любые другие вещи, которые являются слабой нашей стороной. Бейт Илель говорил, ребята, и Аллаха, именно как Бейт Илель, значит то, что нам хотят сказать наши
мудрецы, какой подход у нас должен быть к жизни, к воспитанию детей, к отношению к семье, к соседям, к знакомым. Каждый день мы должны заниматься тем, что мы вносим свет в нашу жизнь. Перестаньте зацикливаться на плохом, перестаньте думать о плохом, перестаньте воевать со злом. Не получится. Что у нас получится? У нас получится каждый день вносить в нашу жизнь немножко больше света и акцентировать внимание на хорошем. Когда приходит ребенок и говорит: мама, тебя вызывает к директору, потому что я разбил окно. По Бейт Шамаю, что мы должны сделать? Мы должны отлупить нашего сына, мы должны придумать его выговор, мы должны сделать так, чтобы он навсегда пожалел о содеянном и больше никогда. Только он подумает сделать какую-то пакость, ему сразу станет больно от воспоминаний, какой он получил тогда урок. Что говорит Бейт Илель? Разве вы можете этим приблизить? Подумайте, это очень крутой вопрос, когда вы наказываете детей и ставите их, например, в угол или закрываете в комнате и говорите: подумай над своим поведением. Кто-то из вас, когда был наказан, думал о своем поведении, закрытый в комнате, стоя в углу? Кто-то думал: ах, как я поступил, наверное, надо было быть по-другому? Никогда и никто из детей так не думает. Что дети думают? Какая мама злая, как я хочу уйти из этого дома. А вот Митька в прошлом году тоже разбил окно, его совсем не наказали. И поэтому Бейт Илель говорил: с палкой, с войной, с желанием наказать и полностью убрать зло из нашей жизни мы не сможем ничего сделать и никого приблизить, ни себя, ни окружающих. Когда у нас есть проблемы с мужем, с женой, мы не должны начинать сразу с правил: ты мне это не говори, а я не буду это делать, давай вот в такие, понимаете, разбирать какие-то моменты, которые у вас были в жизни, вспоминать, что было раньше, разбирать ваши ссоры и думать, как поступить. Нет, вы об этом забываете и говорите: мы будем вносить свет в наши отношения. А давай, может быть, с сегодняшнего дня каждый четверг мы будем ходить в пару гулять. А может, давай каждый шаббат мы будем с тобой немножечко учиться. А может, давай... Вы понимаете, к чему я клоню? Бейт Илель – это то, как мы смотрим на наш мир. Мы добавляем свет, а не занимаемся тьмой, потому что тьма, она загоняет нас и может взять не на ту сторону. Секунду. Тоже очень интересный пример Исав. Мы с вами говорили историю Исава, и написано, что Ицхака. Написано, что Ицхак ослеп. Отчего Ицхак ослеп? От того, что в его доме жил Исав, и у него были жены, которые были идолопоклонницами, которые не соблюдали, которые не были евреем, которые поклонялись идолам, и от запаха их приношения Ицхак ослеп. После этого говорится, что он выгнал Исава. Он терпел этих ненавистных обужен, которые поклонялись идолу. Но что? Он оставил Исава рядом. Да, 5 свечей. Он оставил Исава рядом, потому что он знал, что если он сейчас выгонит Исава вместе с его женами, он больше никогда не увидит этого сына, он его потеряет. И не потеряет в физическом плане, он потеряет его в духовном плане, и больше никогда семья не будет полной. Он оставил Исава рядом, потому что знал, что только светом, только спокойствием, только терпением и только любовью он может оставить ребенка. И мы с вами знаем, что голова Исава похоронена где? Рядом со своим папой. Помните, мы с вами знаем две самые важные... О, Вадим, в добрый час. Уже подумайте, какое имя вы выберете. У нас есть, кстати, недавний урок про еврейские имена и про их силу. Можете послушать. В добрый час. Помните эту самую знаменитую историю по Бейт Шамаю и Бейт Илелю? Когда пришел не еврей и сказал Бейт Шамаю: научи меня Торе, пока я стою на одной ноге. Бейт Шамай его послал. Пришел тогда этот человек к Илелю, и Илель сказал: возлюби ближнего как самого себя и не делай другому того, что неприятно тебе. Это Тора. Все остальное комментарии иди изучай. И так было три нееврея, которых Шамай оттолкнул, а Илель приблизил. Почему?
а именно по вот этой причине их, их видимости, их, как это, их взгляда на жизнь. Шамай сказал: чувак, ты делаешь сейчас истории, цирк, а сам себя ведешь как клоун. Чё ты ко мне пришел и начал говорить: научи Торе на одной ноге. Я с таким, как ты, даже не общаюсь. Несмотря на то, что у нас написано про Шамая в Перке, вот, что он сказал, и, соответственно, то, что мы сказали в начале урока, он так себя вел постоянно. Сказано Шамаю, что каждого человека надо принимать добродушно. И поэтому странно, что Шамай этих людей так отталкивал. Другими словами, он говорил: ты не имеешь права прийти неподготовленный, покажи свою серьезность, оставь свою нееврейскую жену, приди красиво одетый, скажи, что ты готов уделять этому время, и тогда я тебя научу с удовольствием, но ты пришел на одной ноге. Чё ты делаешь цирк? Не будут какой на одной ноге? У нас мудрецы 120 лет учат Тору и не достигают глубокого понимания. Чем больше мы учим Тору, тем больше мы понимаем, насколько мы не можем ее понять. А что Илель говорил? Илель принимал всех. Илель говорил: родной, подойди ко мне. Все нормально, не спеши. У тебя может быть кто угодно жена, у тебя могут быть кто угодно дети. Ты можешь вчера быть убийцей. Сегодня давай начнем с чего-то. Делай, что хочешь в своей жизни. Давай начни зажигать свечи. Давай начни накладывать тфилин. Давай начни вносить в свою жизнь света, одного этого света. Хватит для того, чтобы медленно-медленно искоренить всю тьму, которая находится в твоей жизни. Сейчас, секунду. Это то, что мы так с вами назвали урок. Антибиотик или пробиотик. Вот когда человек болеет, есть антибиотик, который убивает все плохие бактерии, а есть пробиотик, который усиливает хорошие. Это мамаш. Четкая, как это называется? Вылетело слово. Четкое понимание, как думали Бейт Шамай и Бейт Илель. Секунду. Машинка у меня у вас. Привет, родной. Окей, то, что мы с вами, то, что мы с вами начали в начале урока, я вам рассказывала историю про Джима Картера. Чем она закончилась? Помните, кто с нами не сначала, можете пересмотреть урок. Мы начали с истории про Джима Картера, который попросил Шалиаха Хабада, Шалиаха Раби, зажечь все свечи Хануки, несмотря на то, что тогда был только пятый день. И наш хабадник не знал, что сделать, и он зажег все 8 свечей. Стоит ли говорить, что вся пресса это сфотографировала, что эта фотография облетела все еврейские и нееврейские общины, и что на хабад тогда очень сильно было дурные влияния и слова, как это так, мы нарушили Тору, мы пошли против постановления наших мудрецов, как он мог послушать нееврея, который не знает заповеди, и зажечь все 8 свечей. Не важно, что говорили другие люди, важно, что ответил Раби. И то, как ответил Раби, это, мне кажется, показатель того, как Раби жил и смотрел на этот мир. Он написал ему всего несколько строк. «От тебя я ожидал больше мудрости». Вам обидно это выражение? Вы видите, насколько оно классно построено. С одной стороны, это унижение, но с другой стороны, это унижение, которое обнимает тебя. Я от тебя ожидал другого. Именно тебя я поставил быть шалехом Нью-Йорка. Именно тебя я послал в Белый дом. Именно тебе я дал такую честь. Я ожидал, что ты мудрее. Ты мудрый, ты классный. В следующий раз, пожалуйста, не допусти такой ошибки. Это была ошибка, несомненно. Нельзя было идти на поводу у Джима. Ну что? В следующий раз у тебя будут силы бороться. Я не зря тебя назначил. И это то, как мы должны подходить ко всем нашим проблемам. У нас нету
глупых детей, у нас нету грязных детей. Я об этом всегда говорю, и, наверное, это я повторяю сама себе, потому что мы так иногда неаккуратны в наших речах. У нас нету плохих мужей и плохих жен. У нас есть муж, который в данной ситуации повел себя неправильно. У нас есть ребенок, который в данной ситуации не понял, не разобрался, разбил, передумал, да все что угодно. Мы не должны думать, что мы плохие. В каждом из нас есть добро, и именно его мы должны выделять. Человеку всегда легко делать то, что он умеет. Если ребенку скажут, ты бандит, ребята, несомненно, буду вести себя как бандит. Если мы скажем, я тебя не ожидал, ты же обычно ведешь себя как хасидский мальчик, ты, наверное, сам испугался, что сделал такое зло. Да, мам, мне было страшно, я больше так не... Вы понимаете, насколько вот это вот, как это, насколько зажигание от одной свечи к восьми меняет вообще наше понимание и видимость жизни. И так оно должно быть во всем. Я расскажу вам сейчас последнюю историю про Рава Моше Бриск. Это был хабадский шалех из Америки. И он каждую хануку Раби постановил, что есть такая, как это называется, процедура, что надо ставить ханукиот во всех местах, где есть большое скопление людей. И это не только в Израиле, где все знают, что такое ханука, а именно в Галуте, когда люди должны ходить по улице и говорить, о, ханукия, у моей бабушки такая была, что это значит, а может я тоже еврей к этому как-то отношусь. В общем, зажигать сердца этим светом. И вот этот Рав Моше Брискин, он поставил ханукиот во все каньоны, во все торговые центры, которые были в его городе. И вот ему сказали, что есть еще одно место, куда он хочет поставить эту ханукию. Вместе с этим, я немножко не с того начала, но вы сейчас поймете, извините. Был один человек, который, к сожалению, в аварии потерял двоих дочерей. У него осталась жена и дочка. И он впал в такую депрессию сильную, что нету ради кого жить. Жена его оставила и ушла. Она не хотела больше терпеть. Не знала, как бороться с депрессией мужа. Дочка осталась с ним, чувствуя, что она его должна поддержать. Дочка росла, он не выходил из депрессии. И он принял для себя такой шаг, такую мысль, что он должен покончить жизнь самоубийством, потому что он является тягостью для своей дочки. Она должна строить свою жизнь, а вместо этого она занимается своим отцом и не уделяет времени себе. И он решил, что он сделает ей кайфовый день. Он повезет ее в кинотеатр, они вместе посмотрят фильм, покидаются попкорном, потом он ее отвезет к своей маме, попрощается, красиво уйдет и больше никогда не появится в ее жизни. Они пошли в ближайший кинотеатр к их дому. И когда он зашел, он увидел, он услышал какую-то музыку. Извините, пожалуйста, можно я высморкаюсь, вам будет приятнее со мной находиться рядом с ним. Спасибо большое. Он услышал музыку хасидскую, он сразу понял, что это еврейская музыка. Он пошел со своей дочкой посмотреть, кто же там играет, и они увидели, что горит ханукия, 5 свечей, хасиды танцуют, и они тут же взяли его в пляс, начали танцевать, а дочка фотографировала это все на телефон и тут же посылала в семейные группы WhatsApp, и посмотрите, как наконец-то папа радуется, танцует и немножечко выходит из своей депрессии. Он танцевал и в замедленной съемке смотрел на свою дочку, как она радуется, как она любит своего папу, как она хочет, чтобы он наконец-то вернулся к жизни. И тогда он понял, что он не может с ней так поступить. И он пришел, он тогда пришел на урок к Рав Бриску, и когда тот говорил про веру, про какие-то ханукальные чудеса, этот человек заплакал. «Почему ты плачешь?» — сказал Рав Бриск. И он ему рассказал свою историю, что сейчас он не знает, где искать
силы, потому что он больше не думает про то, что он хочет умереть, но ему надо где-то найти силы выйти из этой депрессии. И когда он рассказал ему эту историю, Раф Бриск начал плакать. «Почему ты плачешь?» — сказал он. «А я тебе расскажу. Я поставил ханукиот во всем городе. И вот стало мне известно, что есть один каньон, торговый центр, в котором нет ханукиот. И я взял огромную ханукию. Я взял 50 мальчишек, которые будут со мной вместе танцевать и веселить в этом торговом центре людей, искать евреев, накладывать тфилины, рассказывать про Хануку. И когда мы приехали в этот каньон, оказалось, что все магазины закрыты, что давно этот каньон находится в упадке, что ничего там не работает, кроме одного кинотеатра. Я сразу пожалел про кучу денег, которые я истратил, и про то, что я взял 50 этих мальчиков со мной возле этого кинотеатра, когда они могли ходить по городу и приближать других людей. Но мы все равно остались там и начали плясать. И я себя очень винил за то, что тогда я свое танковое войско бросил не в то подразделение, не в ту часть. Ведь вы могли принести как много больше пользы, если бы были в центре города. А сейчас я вижу, что я не должен был расстраиваться, потому что именно этот танец, именно эта свеча, именно эта ханукия вернула к тебя к жизни и спасла одного еврея. Мы никогда с вами не знаем, что зажжет другого человека. Мы никогда с вами не знаем, какое наше действие поможет другому человеку. Мы не должны бороться со злом. Когда мы встречаем людей вокруг, мы не должны думать о том, что они делали вчера, и почему его уволили с работы, и почему у него нет друзей. Перестаньте об этом думать. Вы видите человека, изначально смотрите на его добро и выделяете только хорошие качества. Я уверена, что каждому из вас хочется, чтобы так же поступали и с вами. Я желаю вам, чтобы мы научились, и мне, соответственно, чтобы мы научились видеть добро во всем, усиливать его, не пачкаться тьмой, а знать, что любое наше слово имеет огромную силу. Чудесных вам праздничных дней. Ханука Самеах.